тревожит депрессия? Беспокоит геморрой? Есть решение, примите медикамент. Тульский пряник. Это суперпрепарат. Готовили сотни лет. Древнейшие анонимусы человечества, которым было минимум 500 лет. И только сейчас они поступили в продажу простым смертным. А ничего, что они там 17 века выпускаются. Их мой дед жрал. Вы можете накормить им бабушку, деда, маму, папу, рыбок, своего соседа, а также младенцев с вашего подвала. Гарантирую, что лучше этого вы еще не пробовали. Видов этого пряника просто сотни и тысячи. На самом деле их около 10. Сырная сгущенка, постный, яблоко с корицей, фруктовая начинка с яблоком, апельсиновый, клюк. Только сейчас, если вы закажете 3 тульских пряника, мы доставим вам только один. Тульский пряник. Ешь, жуй, сдохни.